Ремонт дорог, капитальный ремонт домов, подготовка школ и детских садов к учебному году, благоустройство города. Задачи на летний сезон обозначил глава Вологды Евгений Шулепов перед своим заместителем по вопросам развития городского самоуправления Сергеем Воропановым. Напомним, на эту должность Воропанов был назначен в начале мая. Глава Вологды особо подчеркнул, для решения поставленных задач важно задействовать все городские ресурсы и обеспечить общественный контроль. Курировать исполнение будет персонально Сергей Воропанов. Сергей Александрович, я очень рад, что вы пришли работать в нашу команду, и я уверен, что вы будете очень полезны для города. У вас большой опыт работы в городской думе, вы являлись депутатом законодательного собрания, работали в бюджетном комитете, и все проблемы, которые существуют сегодня в городе, пути их решения для вас не являются какой-то новостью. Это очень важно. Вы не новичок в городе. Вы обладаете и опытом хозяйственной деятельности, работали в бизнесе, поэтому и экономика города для вас тоже понятна, и те проблемы, которые существуют для ее решения, тоже вам понятны. Надо сказать, что сегодня в городе мы приступили к выполнению очень важных мероприятий. Наступил летний сезон. Мы особое внимание уделяем сегодня ремонту дорог, дворов, подходов к школам и детским садам. Это наш приоритет, приоритет этого года. На эту задачу мы выделили более 600 миллионов рублей. Вторая задача – это ремонт, капитальный ремонт жилья. Очень важный этап работы – это подготовка школ и детских садов к новому учебному году. К этой работе мы должны приступить в ближайшее время. Ну и, конечно же, это работа по озеленению и благоустройству города. Очень ответственный период. Мы должны посадить в этом году, как и в прошлом году, не менее 20 тысяч деревьев. Так хотят вологжане. Поэтому вот ваша должность и как раз обязывает вас, ваши полномочия, для того, чтобы вот эти очень важные для вологжан, для горожан задачи были абсолютно выполнены. Евгений Борисович, со всеми проблемами знаком, поставленные вами задачи мне понятны. Более того, уже приступил к их выполнению. В частности, встречался с подрядчиками по ремонту дорог. Работаю с Росавтодором по выделению федеральных средств на ремонт дорог нашего города. Еще раз заостряю ваше внимание, что объем работ предстоит выполнить очень большой за летний период, и вы несете персональную ответственность за это, как мой заместитель. Но очень важно, чтобы во всей этой работе принимали участие вологжане. И с точки зрения контроля, прежде всего, качество выполняемых работ, ну и, конечно, участие в этих процессах. Это касается прежде всего ремонта, это касается прежде всего озеленения и благоустройства города. Абсолютно поддерживаю. Считаю, что все эти задачи необходимо решать совместно с людьми, жителями нашего города. Считаю, что по каждой проблеме необходимо создать систему общественного контроля и готов к выполнению поставленных задач. С учетом вашего опыта, вашей квалификации, вашей ответственности, вашего оптимизма и нацеленности на выполнение поставленных задач, я уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.